«Черная пятница» по-киевски. В день распродаж феминистка требует от Порошенко продать бизнес. Петр Алексеевич так и не распрощался с компанией «Рошен». А ведь в 2014 году, будучи кандидатом в президенты, он обещал. Мы должны внедрять новую традицию. Когда человек приходит на высший пост, он делает решительный шаг, избавляется, продает свой бизнес, концентрирует свои усилия на служении народу. Я собираюсь так и поступить. Но после президентских выборов появилось множество проблем. То покупателей не было, то якобы Россия мешала. В итоге Порошенко передал активы «Рошен» в слепой траст Ротшильдов. По идее, при такой ситуации владелец компании не может влиять на бизнес. Но на Украине нет соответствующих служб контроля. Состояние Петра Порошенко на 2016 год оценивается почти в 1 миллиард долларов.